Здравствуйте, меня зовут Татьяна Симоненко, я представляю танцевальную компанию «Центр танца Тимофеева». Мы ставим балет «Танцы на кладбище», посвященный взаимоотношению художника и смерти. Это балет по оригинальному либретто с оригинальной хореографией, постановка 2015 года. Премьера состоится в культурном центре «Дом» 13 февраля, пятница, 20:00. Нам необходимо ваше участие, ваша поддержка для того, чтобы довести до конца технические составляющие проекта. Мы будем рады любому вашему участию и тем более вашему присутствию на премьере. Спасибо.